Сельское хозяйство Татарстана может привлечь арабские инвестиции, заявил Рустам Миниханов в Саудовской Аравии на встрече с президентом группы Исламского банка развития Ахмед Мухаммад Али Аль-Мадани. Глава республики рассказала о восстановлении Болгары и Свияжска универсиаде. Стороны обсудили уровень экономического сотрудничества и его перспективы, в частности, поставки продовольствия. Также президент встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Кхмелетдином Ихсаноглу. Говорили о новых направлениях работы, образовании, науке, инновациях и туризме. Позже Рустам Миниханов принял участие в открытии 13-го международного экономического форума в Джидде. Его тема в этом году – жилье и инфраструктура. По словам Рустама Миниханова, развитие строительно-инвестиционной сферы дает Татарстану возможность эффективно обеспечивать потребности растущего населения республики жильем, социальными учреждениями, транспортом. На современном этапе Саудовская Аравия рассматривается во всем мире как один из наиболее привлекательных партнеров для развития экономических контактов. В этой связи с этим позвольте заметить, что мы прибыли на форум, чтобы подтвердить готовность России и Республики Татарстан к развитию сотрудничества Саудовской Аравии в торгово-экономических, технологических, культурных, гуманитарных и других сферах. Также Рустам Миниханов встретился с эмиром провинции Мекка Халидом Фейсалом. Его стихи в этом году переведены и изданы на татарском языке. Президент Татарстана вручил первый экземпляр книги автору и пригласил его посетить Казань.